сорт острого перца Тринидад Маруга Скорпион Карамель. Это такой вот красивый перчик. Этот перец относится к сверхострым сортам. Растение многолетнее. Острота вот такого перчика от 1 200 000 до 2 000 000 сковелей. Это сверхострый перец. В 2012 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Такой перчик родом из Южной Америки. Был выведен там. Вкус этого перца пряный, с фруктово-цветочным ароматом. Очень красивый перец. Срок созревания такого перчика от 90 до 120 дней. Высота куста может достигать от метра до полутора. Если вы будете выращивать его в открытом грунте, он будет где-то в пределах 70 сантиметров. Если в теплице, соответственно, высота его будет где-то около полутора метров. Такой перчик следует высевать семена этого сорта где-то с 5 по 10 января. Хотя и срок созревания у него 90-120 дней, но созревать начинает он где-то в конце сентября. Очень острый, невероятно жгучий перец. Смотрите, какой цвет у него интересный. Созревает такой перчик от светло-зеленого цвета, потом до карамельного, с легким оттенком красного, как карамель. Такой цвет. Это уже полностью зрелый перчик. С него получаются супер острые соусы. Таких вот двух перчиков хватит, чтобы сделать любой соус невероятно острым. Так что растение многолетнее. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и на балконе. Если будете выращивать у себя в цветочном горшке, он не будет превышать высоты 60 сантиметров. Так что такой красавец может расти и у вас на подоконнике. Так что выращивайте у себя дома. Всем удачи и пока.